Вы смотрите обзор товара «Обойный клей Экон виниловый», Henkel, 200 грамм. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Характеристики изделия, применение. Предназначен для наклеивания всех видов виниловых обоев, вспененного винила, шелкографии. Основные свойства. Время приготовления – 15 минут. Все сырье производится в Германии. Содержит противогрибковые добавки. Гладкая, пластичная, бесцветная, полупрозрачная масса. Немецкие технологии. Способ применения. Содержимое пачки постепенно засыпать в холодную воду при интенсивном непрерывном, 20-30 градусов Цельсия, перемешивании. Через 15 минут после повторного перемешивания обойный клей готов к применению. Использовать только чистую воду, посуду и инструменты. Обязательно обращать внимание на рекомендации изготовителей обоев. Остатки клея удалить влажной тряпкой. Пропорции для приготовления. 1 час 28 минут. Структурные обои под покраску. Текстильные, моющиеся и другие виды тяжелых обоев. Количество воды на пачку клея L. 5,6, структурные обои под покраску, текстильные, моющиеся и другие виды тяжелых обоев. Площадь оклеиваемой поверхности, М2, 33-35 м, квадратных, структурные обои под покраску, текстильные, моющиеся и другие виды тяжелых обоев. Количество рулонов, 6-7, структурные обои под покраску, текстильные, моющиеся и другие виды тяжелых обоев. Стандартный рулон обоев 10,5, 0 метров 53 сантиметра. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.